have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. Я знаю, что нет выбора. Я сделал немножечко потише, мне показалось, прошлая серия была... Игра слишком была громкой по отношению ко мне. Давайте после этой сцены я еще раз проверю, как оно что. Да. Мы, кстати, если что, продолжаем это недоразумение под названием Plague Tale Requiem. This is why we need to take him away. His power will grow stronger as his days draw shorter. Magister, please. What do you mean? Amicia, Hugo is condemned. The last threshold means the death of the carrier. Да. There must be a way. Lucas, your friend bought you time when your brother reached the first threshold, but this is something else. There is no stopping it. No elixir, no potion. Wait. There's an island. He keeps talking about an island. Maybe the macula is behind it. It is a child fantasy. So what's a child's fantasy doing on the wall of your laboratory? Yes. What's out there? Poor girl. You're running away from reality. You must accept your brother's fate and your own. And the fate of a protector is to do as the order commands. I don't give a damn about your order. I don't know you. I don't work for you. Let me see him. Hugo is tired, Amicia. You can't enter his room in your state. Let me pass. Она вообще с катушек слетела, то есть она настолько неадекватная. На самом деле, вот в реальности она так ведет себя, ну то есть, я не хочу никого обидеть, но как обращались с женщинами в то время, ей бы уже давно прилетело бы в щи, и она бы где-нибудь валялась в уголке за такое поведение. С матерью, ладно бы, что она женщина, она с матерью так разговаривает. И ведет себя вообще абсолютнейше неадекватно. На самом деле, если эта серия, эта игра закончится тем, что она останется жива, я буду очень разочарован. Я уже разочарован этой игрой, кому я брешу? Вот, ну ладно, что есть, то есть. На самом деле, она меня бесит просто, я не знаю, в геометрической прогрессии. Все, чем дальше, тем больше и больше я хочу, чтобы ее как-то убили и каким-нибудь хорошим, жестоким таким способом, чтобы она нафиг поняла. Так, минутку, ребят. Так, кажется, я немножечко отбалансировал звук. Сейчас должно быть получше. Извините, кто кому были минус уши по прошлой серии. Так вот, я почему-то сейчас во время трехчасовой загрузки, опять же, загрузки здесь это отдельная вообще история. Так вот, вообще во время загрузок я вспомнил почему-то про Букера и Элизабет. И если вы помните, дополнение есть, там есть Buried at Sea, и еще я его забыл, как она называется, где мы играем за Элизабет. И нам никто, в принципе, не запрещает. Просто Элизабет, она по возрасту... Ладно, она чуток постарше, но по комплекции она примерно будет такая же. То есть, она, в смысле такая же, она будет более хрупкая. Вот, и нам говорят, чел, вот, да, Элизабет может стрелять из огнестрельного оружия, но у нее сильная отдача, и игра ведет тебя таким образом, она тебе ничего не запрещает. Но ты сам приходишь к такому выводу, что лучше постелсить, лучше это. Да пофиг на них, ты их убил уже 100-500 человек. Так вот, игра, ничего не навязывая, говорит тебе, вот тебе стелс, вот тебе громкое оружие, а что делать, решай сам. Здесь же нам пытаются внушить, причем в первой части это было еще относительно, хоть как-то избегали этого. Да, можно было убить пару солдат, но опять же эпизод с тележкой, где нужно было из прощи забить там то ли 5, то ли 6 солдат. Здесь же из нее вообще сделали абсолютного терминатора. Она таскает вещи, как муравей, в несколько раз тяжелее себя. Она из прощи убивает десятки солдат. То есть, прикиньте, идет чувак в керасе, со щитом, с мечом,
там, или с топором, огромный мужик, там, 30 с чем-то лет, и она берет его просто ножом, зарезает. И как я должен в это хоть как-то поверить? Ну вот, короче, вы сами все видите, так что... Кроме как недоразумением, эту игру я назвать никак не могу. Это же не игра. То есть это мы доходим до того градуса безумия, когда вы это поиграть чисто для того, чтобы поржать с того, что происходит. The dogs, да. Вот, опять же, вся вот эта фишка. Вы хотите создать сильного женского персонажа, окей. Но зачем вы это делаете таким образом, чтобы оскорбить этого самого персонажа? Потому что все это выглядит крайне глупо. Это не потому, что я что-то имею против женщин, а потому, как это здесь подается и как это здесь делается. Я обожаю хорошо сделанных женских персонажей. Та же самая Рипли из Элиана, ну, младшая Рипли. Вот, она офигенная, и она очень жесткая, она, ну, как бы мать Рипли из фильма, она тоже жесткий человек, и дочка, она тоже такая крутая. И против них у меня ничего нет. Я обожаю этого персонажа. У меня даже одно время на ноутбуке была картинка именно с младшей Рипли. Вот. То есть с этим у меня проблем никаких нету, как и с множеством других хороших, классных, прописанных женских персонажей. Но вот, это халтура, это шарлатанство. Для тех, кто еще не выключил видео и продолжает слушать мое нытье, продолжаем. Нам нужно в док попасть. Там вроде ничего такого особенного не было. Пойдем. Закрываем. Да, это у нас чекпоинт. Супер. You asked me to ask Magister Vodan about the island. The fresco in his lodge. What did he say? He said it's just a symbol. Тут тоже запрись. Just as in Hugo's dream. I know. Откуда ты знаешь, как выглядел сон Хьюго, этого Гуга? То есть, это мы его видели, ты-то его не видела. Ты максимум с его рассказов приукрашенных могла что-то понять для себя. Хорош лагать, блин, это еще одна вещь. Короче, тут фиговые персонажи, фиговая история, и фиговое управление, и фиговая оптимизация. По-моему, это комбо. Ребят, давно не было такого, чтобы вот... Вот так вот собралось все. Короче, смотрите, в чем прикол. Две вещи не дают мне сейчас взять и бросить эту игру. Во-первых, это то, что все-таки, да, иногда тут можно посмеяться. А во-вторых, это все-таки уважение к зрителю, потому что я вижу по просмотрам, что кто-то все равно это смотрит. И, ребят, я вас как зрителя реально уважаю, и я не буду поступать так, что я возьму и брошу эту игру на... каким-то на пол прохождения, потому что меня она бесит. Поэтому я и пытаюсь найти себе хоть какие-то плюсы для того, чтобы продолжить в это играть. Это, кстати, проблема слепых прохождений. Когда ты начинаешь играть в какую-то игру и ничего о ней не знаешь, то ты не застрахован от подобного рода разочарований. Хотя здесь у меня были намеки в виде первой части, что первая часть была не очень. Но я почему-то надеялся, что, наверное, здесь что-то как-то сделают получше, во-первых. А во-вторых, мой чертов перфекционизм. Он такой: чувак, ты же прошел первую часть, пройди, пожалуйста, вторую. Вот, кстати, по зрелищности, тут пока что не было ничего подобного. Помните, как мы ходили по полю боя в первой части? По кучам трупов. Вот это было на самом деле круто. Здесь... Может, раком поползать? Ну его нафиг, что от меня хотят? Ножа у меня, конечно, нет. Доберитесь до лодки Ордена. У меня две дороги. Давайте я схожу и туда, и туда. Хотя, наверное... Ну-ка. Oh, it looks so fine. I'll take it. For Hugo. Attention, I think. I'm sure he'll love it. I'd like to offer him so much more. He loves anything that comes from you. I'm not sure he'd agree. То есть я сюда за цветочком пришел, да? Мы стелсим по порту, но... Я сюда пришел за цветочком. Хорошо, годится. Я и дальше буду идти по пути разрушения и убийств, потому что... игра такая говорит, но на... Мне кажется, знаете, я вот об этом думаю, мне кажется, что в первой части у нас было количество камней ограничено. То есть здесь у нас камни бесконечные, там у нас, по-моему, нужно было еще и камушки подбирать.
что ограничивал нам маневр, сколько человек убить, как отвлечь и всякое такое. И там, в принципе, фишка с отвлеканием, она плюс-минус иногда работала. То есть, скажем так, было несколько моментов, которые мне очень не нравились, но их было все-таки меньше, чем те моменты, которые проходились нормально. Здесь вот эти моменты, которые бесят, их больше. И это резко перевешивает, к сожалению. Я, кстати, делаю все вот эти вот выводы, чисто основываясь на своем геймплее. Чисто на своем геймплее, потому что я не смотрел ни одного обзора, ни одного геймплея других ребят. Ребят, помните «Один дома»? Чем пахнет? Это свобода. Это рыба, Гарри. И свобода. Нет, на самом деле Марвин, это Марвин, он говорил. Марв, это рыба. И свобода, Гарри. Новый год скоро. Опять посмотрим «Один дома». Не знаю, ребят, какие у вас новогодние традиции? Давайте, рассказывайте. Я понимаю, это не то видео. Его посмотрит не так много людей. Но те, кто посмотрит, пишите в комментах, что вы делаете на Новый год. Как вы празднуете? Не могу я тут помахать прощай. Хотя, наверное, можно было бы избавиться от парочки NPC-шек. Сера. Нужно было просто максимум понаделать. Их теперь по 10. А, я же карманы себе увеличил. Погодите, надо было... Да, в следующий нужно будет увеличить емкость этих горшочков, которые я могу с собой таскать. Это будет полезно. Не могу все еще. Ну, как бы и фиг с ним, наверное. А, да, вот туда. Подожди. This city used to be a commercial door to the Mediterranean Sea. Now it will be a door for the spread of the bite. That's depressing. Погоди, а там тогда что? Это мне просто два пути предлагают, верхом и низом. Меня устраивает, наверное. Сейчас, если окажется, что я выбрал худший. Ах ты ж, блин. Тут солдатни напихали. Ну, кстати, наверху она тоже могла быть, эта самая солдатня, так что не факт. Чисто стратегически пойти поверху, наверное, было бы выгоднее. Я бы их всех видел. А так, если сейчас сверху кто-то будет. Sneak around, погоди, дай мне нож. You believe they'll make it this time? I believe nothing. I just know bodies keep coming from the city, and we had too many of our own. I should have gone to see my mother when I could. Pray. It's all we have left. That's not much. А мне... Нет, сверху я пришел бы сюда же, да? Окей. Дебил. Красиво. А мне вон туда.
Конечно же, он меня... А, мне не туда. Да пофиг на вас. Ночь, не ночь. Они меня видят, у них все хорошо. Мне сюда, мне туда, мне куда? Насчет Дэммита согласен, наверное. Ну вот да, типа. Ничего, что тут солдат, да? Это типа нормально? Куда он делся? Зачем? Короче, ножики у меня не задерживаются. Я все хочу сохранить хотя бы один ножик. Но ножики у меня не задерживаются, черт побери. Крысы? Крысы. Мы дойдем до огня, появятся крысы. Это было ожидаемо. Лутаем. Ну давай попробуем. Можно поджечь смолу, метнув в нее игнифайр. Вот так мы проходим? Окей, нормально. А, я понял. Огонечек. Да блин, огонечек и... Вот. It can be pushed. Ну, давай пушить его. Да толкай уже, мелкий, много трындишь. Она бы здесь протиснулась, эта штука, вы че... Ой, блин, придурки, ладно, черт с вами. Так, игнифайера мы два потратили. Меня больше волнует, что мы один горшочек потратили, потому что у нас их меньше. Знаете, чего меньше, зато и переживаешь. Ну ладно. Так-то да, но там есть сундук. А, ну можно и так. Нам предлагают или кинуть... А давайте в самом деле. Если я успею. А я успею. Хорошо, так мы экономим одну баночку стеклянную. Слизь!
They must use it to seal boat hulls. These mechanisms are still intact. It smells different here. Resin. This is a mixing pool. That barrel up there must be the diluent. We should move on. Да ну, зайди ты! Ой, тупорылая. Я моментально развернулся, нажал Shift. What a mess. Whoa, that smell. Tar. Makes your head spin. Так, конечно, так. No. But they were here. Это сейчас поджигать будем, что ли? We should move on. Так. Don't panic. We have resin. It just needs that diluent up there, and we get tar. A pool of tar. That could be our way to that door in the back. That barrel is pretty high, though. We could find a way to reach it. Let's see. These ropes make the platform move. Operators climbed on it with that ladder behind the grating. We must get over there. Как? Ну пойдем. Вон та дверь. Ага. Иди, да ну иди ты, пожалуйста, будь ты человеком. Locked from the inside. Залезь. Вот сюда вот становишься, вот туда по уголочку и перелазишь. Я просто поражаюсь. Знаете, вот эта фишка там, бревнышко такое на дороге лежит. О, нет, тут заперто с другой стороны, я не смогу пройти. Да, надо... А пролезть в эту дырку ты не сможешь. Какой же бред. Пролезть в эту дырку ты не сможешь, да? Иди еще раз в грязь окунись, блин, в смолу. Загадку, блин, сделали на ровном месте. Загадка. Посмотри, посмотри, как это сделает. Давай, я тебя прокачу. I'm ready. I'm letting go. Hang on. Whoa. Come back to the basins. Coming. Да. Еще раз окунаемся в говно, потому что мы не можем пролазить через дырки величиной слона. It's alcohol, of course. Are we ready? Yes. Let's make that tar. Pouring. Do you know the quantities? No. I'm improvising. Please, don't kill us. Good. I think you can light it up. All right. Let's see what our tar's worth. Huh, it's working. Yes. Well, that's one step. What now? I'm stuck. Wait. I think they experimented with some ingredients here and... Yes, that could work. I'll throw them to you. Those beasts are really close. Ты откуда? Ты чем это говоришь вообще? Иди сюда. Say when you're ready to catch. Go! You've got resin and alcohol now. Mix them. Давай смотреть. Done! Perfect. Now throw a pot of tar between those two big basins. Вот так. Here we go. That won't work. Here, craft another one. If you fail and need one more, just ask me. But please focus. Ну ты можешь мне тогда сразу больше дать? Погоди, а мне в банки его кидать, что ли, надо? В банке надо кидать. Хорошо. Вот это и вот это.
И вот так. Свалите, ребят. Там лут сверху был. You saved my skin. The tar did. This stuff works miracles. Anyway, thank you. No need for that. Я схожу, мне лут нужен. Please have something useful. А, инструменты получили. Хорошо, это для апгрейда. Ну, то есть, в принципе, мы могли сюда запросто не ходить. Поэтому будем считать, что это бонусное место. А, чекпоинт. Хорошо, давай. Ждем. Our boat should be straight ahead, right? Don't be too sure about that. Listen, Amicia. About Hugo. I was stuck between Magister Vaudan and your mother, and I have no excuse. I was wrong. It's just I wasn't prepared. Сделай себе пока что побольше запасов. I can't. Все, что могу. We'll do what's right. We will. Ну-ка, камушки. Камушки, хорошо. Я случайно что-то нужное не выкинул. Пойдем дальше. В щель. Идем. Да, эта деревяшка чертовски тяжелая, я верю. Главное, вдвоем ее подымали, но она такая: а, ну держи, пацан, я пока протиснусь. Ну-ка, ну-ка, сейф прошел. Это мы тоже закроем? Нет, это просто... Крыски Лариски опять так. Joseph's ship. We're quite close. Yes, let's go. Oh, they're here. It's infested down there. Wait, look. There's resin down there. And a barrel of diluent over there. They were making more tar here. Let's use it to open a way. All right, let's see what you do. It controls the footbridge. We need that thing here. Нам надо поднять эту фигню, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим. Я могу сходить сюда, могу. А здесь мне ничего, кстати, делать. Ну, почти что. Lucas, that's a job for you. Agreed. Погоди. Я что-то не понимаю. Давай посмотрим. Вот эта штука, она сейчас... Нет, видите, оно не огнеопасно. Подождите. Почему я не могу залезть сюда, сюда и... Ладно, забейте, значит. Могу, не могу. А, вижу. Сейчас. А! He's scared. Good for us then. Ну крути эту фигню тогда.
Ну? Ну? А почему... Блин, просто забейте. Почему оно не работает, как должно работать? Оно просто зависло, смотри. Теперь малой должен подтащить эту фигню сюда, но оно теперь просто зависло. Так, погоди. К началу раздела, да, подтвердить. Я сразу не буду эту штуку крутить, вдруг она опять зависнет нафиг. Да. А я могу и так его тоже просить. Как оно сейчас само сработало? Что здесь происходит? Просто баг на баге. Хорошо. We have ways. I don't see any torches around. Just wait. Right. That's something. Hey, what's that flaming thing you threw in there? That's, it's homemade. Basic alchemy. Alchemy? We don't much like all that around here. Too bad, because it's gonna save your skin. Soldiers. Good. Now there are two other basins ahead. Let's get to it then. Amicia, you should get on that footbridge to manage the diluent. I'll handle the crank to get it moving. All right. I'll tell you when I need you. Так, это мне нужно. Take care of it, Lucas. Straight away. So where are you going anyway? We're fleeing this place. You two didn't know we're in the middle of a lockdown. Yes, and people are dying anyway, so we're taking our chance. Hey, you're passing over the basin. Slow down. You went too far. Go back. Too far. The alcohol's not falling in. Не загорится. This one first. We'll come back to the second basin later. А как? А почему? А где? А почему оно туда про... You can let go. Agreed. Мне нужно было просить его отпустить каждый раз. Да ты издеваешься нафиг. Давай теперь тут. И оно отъедет куда надо. Да давай уже. Good teamwork. You're surprisingly efficient for civilians. Great. We've had to rely on ourselves a lot. And done. Light it up, Amicia. Light it up. Ну давай. There you go. There's still a boat blocking the way. This one's yours to lift. No, Lucas, you can come. The way's clear. All right. Ah.
Вы там сами разберетесь, нет? Или мне его провести? Или что происходит вообще? Где этот придурок? А, вон он. Amicia, I'm blocked. No, the light doesn't reach far enough. There should be a way. Yes, just throw tar directly into the fire. It will boost the flames for a while. Ладно. Well, yes, that will work. All right, let's try. Смолу в огонь. Обычную мою смолу, которая у меня есть. You'll regret it. Frightening us. Come on, the boat is right there. Yes. No. Да они ж... Блин, как это бесит. Но они ж его жрут. Ну все же ж нормально же ж. Надо было его еще на лестнице гасить. Он нам нужен, чтобы пройти. Time to meet him face to face. We'll be careful. Who knows what he'd have done if we'd met in the city? Follow orders. Yes. Нам туда, по идее. That was good work. We did it. I'm lucky you decided to break the law tonight. We should go now, no? Вот он сейчас сюда спустится. Sure. I'll escort you back home. Actually, we must keep going that way. Impossible. Back home. You didn't really give me a chance. They've done enough damage already. Come on. The boat is right there. Yes. Нормально. Lord. Фух. Закрывай. I'm done trusting any of them. Yes. Сохраняшка пришла. Так, что там? Доберитесь до лодки. До лодки мы все-таки тогда, ребятки, будем добираться в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.